Добрый день, уважаемые друзья. Я так понимаю, раз мы здесь собрались, скорее всего, по большей части и коллеги, раз мы разговариваем о системе ТАИР и управлении производственными активами. Меня зовут Бубнов Денис. Я представляю компанию СУЭК. Это сибирская угольная энергетическая компания, которая является основным из ведущих мировых угледобывающих предприятий. Коротко рассказать о нас. Это основная наша деятельность – это открытая подземная добыча угля. В наш состав входит порядка 65 предприятий. Это как угледобывающие предприятия, так и вспомогательные предприятия, которые занимаются, допустим, нашим сервисным обслуживанием, транспортными услугами для нас и другими видами деятельности. В наш состав входит порядка 46 тысяч человек. И если говорить об объеме работ, которые мы выполняем в плане технического обслуживания и ремонтов оборудования, это мы говорим о количестве элементов порядка 57 тысяч объектов оборудования. То есть это как основное технологическое оборудование, так и так вспомогательное. Основное технологическое оборудование у нас в основном входит, допустим, если мы говорим об открытой добыче, экскаваторы, самосвалы, если мы говорим о подземной добыче, различные комбайны, конвейерный транспорт и другое оборудование. С чего начнем? Техническим обслуживанием и ремонтами, о техническом обслуживании и ремонтах оборудования мы начали задумываться ориентировочно с 2006 года. В принципе, с 2006 года занимаемся этой темой. Так нормально слышно, нет? Да. Занимаемся этой темой. То есть, как и все процессы, этот процесс проходил поэтапно. То есть, за один раз этот пирог съесть невозможно, потому что и объем работы очень большой, и объем информации. Как уже говорил, 57 тысяч единиц оборудования, в принципе, их за раз, наверное, просмотреть очень сложно, если все напечатать на одном листе, на листах А4. Начали мы состав оборудования, которым я далее перейду, ну и, соответственно, шли дальше по этапам, то есть шестой год это мы начали собирать программу ремонтов, далее мы переходим к учету наработок простоев, также имели опыт в энергетическом секторе, нашей промышленности, но сейчас энергетические предприятия из нашего состава вышли, поэтому мы немного от этой темы отошли и на данный момент занимаемся по большей части добычными предприятиями. Если говорить о количестве человек, о составе группы, которая начала заниматься техническим обслуживанием и ремонтами, то это порядка 15 человек в головном офисе и около 3-4 человек в регионах, которые руководили делами непосредственно на предприятиях. Ну и к этому ко всему можно приписывать людей, которые занимались непосредственным вводом данных, допустим, о ремонтах, либо о наработках оборудования и простоях. Управление производственными активами. Это получается большой блок, которым мы занимаемся сейчас у нас на предприятии. В принципе, к этому блоку мы пришли из технического обслуживания и ремонта. То есть техническое обслуживание и ремонт является как бы одной из подструктур управления производственными активами. Когда мы говорим о управлении производственными активами и об оборудовании в целом, то с этим понятием непосредственно связано такое понятие, как жизненный цикл оборудования. Когда предприятие маленькое, либо мы только начинаем работать, у нас, возможно, есть небольшое количество оборудования. То есть, ну, грубо говоря, там один экскаватор, и к этому экскаватору приплюсовывается 5 самосвалов. В принципе, на начальном этапе мы понимаем, что это оборудование мы можем даже запомнить, либо записать где-то на бумаге. По мере того, как наши предприятия растут, объем информации становится больше, мы получаем больше оборудования, либо, допустим, как в нашем случае, мы получили сразу большой объем работ, много предприятий, много единиц оборудования. И переходим к единицам оборудования, то есть единицу оборудования нам необходимо рассматривать весь ее жизненный цикл. То есть от начала, допустим, если посмотрим на слайд, жизненный цикл оборудования начинается с инвестиционного периода, далее переходит в период эксплуатации и период выбытия оборудования. В период эксплуатации мы начинаем уже говорить о затратах на ремонт оборудования, о наработках, о простоях оборудования и о других параметрах оборудования. Но изначально нам необходимо понять, какое оборудование у нас есть и о чем мы вообще разговариваем. В принципе, основа управления эффективностью использования производственными активами – это полнота данных оборудования. То есть у нас такого не может быть, что мы где-то часть данных зафиксировали, где-то часть данных забыли.
к этому как раз может привести, допустим, хранение данных в каких-то первоначальных системах, как там, таблица Excel, либо бумажный вариант. В принципе, как бы раньше исторически данные хранились в бумажном варианте, но этот вид хранения данных не совсем надежен. То есть, грубо говоря, протечка воды, пожары, и у нас вся документация сгорает. Поэтому мы плавно переходили по истории к электронному хранению данных. Данными, допустим, поначалу это были таблицы Excel, этот этап проходило наше предприятие, тоже не совсем удобно, потому что, грубо говоря, есть 65 предприятий, 65 таблиц по оборудованию, вдруг руководству понадобился какой-то отчет по оборудованию в наличии. Нам необходимо собирать 65 таблиц, что занимает определенное время, часть таблиц могут быть утеряны за определенное время, тоже неудобно, поэтому приходим к системам сбора данных, которые как раз и позволяют нам реализовать полноту данных. Также, когда мы говорим об оборудовании, нам необходим анализ затрат на эксплуатацию оборудования, в том числе затраты на ТО и ремонты, затраты на материально-технические ресурсы и другое. То есть, как я и сказал, у нас есть много оборудований, и нам первоначально необходимо понять, какое это оборудование есть, какой его состав, какое количество, потому что всего упомянуть нельзя. То есть, как основные цели управления производственными активами, мы, в принципе, можем выделить следующее. Это первое, исчерпывающая актуальная информация о составе оборудования. То есть, сколько оборудования, сколько отдельных экскаваторов, сколько отдельных самосвалов, сколько у нас конвейеров, какое оборудование у нас эксплуатируется, какое оборудование у нас находится в состоянии списания, в состоянии ремонта, какое оборудование готовится к поставке. То есть нам необходима всегда полная информация, что у нас творится с оборудованием. Также нам необходима информация о затратах на содержание данного оборудования. Сколько тратим на ремонт, сколько нам обходится добыча одной тонны угля при помощи определенного экскаватора, сколько стоит перевозка одной тонны угля при помощи определенного оборудования, либо определенных самосвалов, либо конвейерного транспорта. Информация о полезной работе оборудования тоже важна, потому что рано или поздно мы приходим к тому вопросу, почему у нас есть два одинаковых экскаватора, но с одного экскаватора почему-то выхода полезной работы больше либо меньше. То есть тоже информация, которую нам необходимо фиксировать. Наличие информации об износе оборудования тоже является одной из важных характеристик, потому что оборудование у нас устаревает, оборудование необходимо ремонтировать. Рано или поздно мы приходим к тому моменту, когда это оборудование необходимо списать либо продать. Продать возможно, потому что для нас его содержание уже является слишком дорогим для нас и экономически невыгодным. Обоснованное планирование ремонтов также является одной из целей управления производственными активами. Допустим, если рассматривать просто ремонты по времени, возможно, ремонты будут планироваться не совсем целесообразно, потому что, грубо говоря, оборудование находится где-нибудь в резерве либо в консервации, фактически не работает. А без наличия информации о его состоянии и о его работе мы будем на него планировать ремонты. То есть здесь, может быть, не совсем досматривают механики, руководство об этом просто может не знать, потому что не может получить данные из систематизированной источников данных. Также обоснованное и корректное планирование материально-технических ресурсов входит в состав управления производственными активами. Если у нас есть предприятие, оборудование работает, на эксплуатацию этого оборудования необходимо определенные средства, допустим, дизельное топливо, либо электроэнергия для работы экскаваторов. Деньги на все это нам необходимо спланировать, необходимо спланировать также поставку. То есть, грубо говоря, у нас может быть пик работ приходится на какой-то определенный месяц либо определенный квартал, и мы понимаем, что именно в этот квартал нам необходима большая поставка и, соответственно, большее количество денежных средств. Про выбытие оборудования я тоже, в принципе, уже сказал. Так, не приключил, да? Про выбытие оборудования я тоже сказал, что рано или поздно настает момент, когда нам от оборудования либо мы вынуждены от него избавиться, либо уже хотим от него избавиться, потому что оно становится для нас слишком затратным. То есть мы переходим к тому, что нам необходимо составить список оборудования, которое у нас есть в наличии. То есть на тот момент, когда нам необходимо было собирать данную информацию, как я говорю, говорим, допустим, о 57 тысячах единиц оборудования. И основой этой системы является стержень, некая систематизированная информация.
То есть, в принципе, мы можем взять все оборудование, записать в один столбец, но потом у нас будет 57 тысяч разных названий. И мы не будем понимать, какую часть из этого оборудования составляет у нас, допустим, экскаватор, какую часть оборудования составляет самосвалы. То есть, поэтому первым этапом нам необходимо сделать некую классификацию. Это, грубо говоря, трафарет, по которому мы будем прописывать оборудование. И, в принципе, это уже является систематизацией той информации, которая у нас есть. То есть мы создали некую классификацию, и все наше оборудование можем уже отклассифицировать по этому оборудованию. И потом при необходимом запросе мы можем вычленить информацию по экскаваторам, по самосвалам, по конвейерам, можем вычленить уже информацию по состоянию оборудования. Допустим, классификатор тоже для каждой компании, в принципе, он является индивидуальным, потому что мы решаем отклассифицировать оборудование так, другое предприятие может отклассифицировать оборудование для себя. Поэтому, в принципе, каждый классификатор должен максимально удовлетворять потребностям основного бизнеса. То есть, допустим, мы у себя классифицируем оборудование, как представлено на схеме. Это обогатительное оборудование, допустим, горно-шахтное, экскаваторное оборудование. Это не установленное никакими нормативными документами, допустим, там от государства, либо от отрасли в целом, это то, как мы захотели. То есть, в принципе, эту классификацию можно было построить немного на другом уровне, сделать поначалу два уровня – подземные, открытые добычи. Либо сделать колесное оборудование, гусеничное оборудование. То есть то, как каждое предприятие устраивает это в отдельности. Мы пришли к данному классификатору, в принципе, и по данному классификатору мы уже построили весь свой состав оборудования. То есть основной структурой нашего классификатора является первый уровень – это вид оборудования, второй уровень – группа оборудования, третий уровень – это марка либо тип оборудования, и четвертый уровень классификатора тоже получается конкретная единица оборудования, на котором мы уже которую мы эксплуатируем и на котором мы оформляем наши затраты и все подобное. При составлении классификатора оборудования очень важно не заиграться, потому что, в принципе, перфекционизм отчасти это хорошее дело, но увлекаясь им, мы можем зайти в очень большие дебри и, допустим, мы решим сделать все идеально. Мы возьмем все наши 57 тысяч единиц оборудования и захотим зафиксировать все технические характеристики, которые есть у этого оборудования. На данном этапе, в принципе, и, наверное, погибает большая часть идей, потому что эта работа как раз начинает занимать очень большое время, и интерес как раз здесь и теряется, потому что работа затягивается, объем работы увеличивается. Поэтому здесь необходимо играть именно с теми данными, которые для нас именно важны. То есть, возможно, стоит выделить 20% оборудования, которое у нас делает 80% работы, и зафиксировать самые важные технические характеристики по нему. То есть, грубо говоря, у нас есть основное оборудование, самосвалы и карьеры по открытой добыче. И нам, наверное, более интересно зафиксировать технические характеристики по этим единицам оборудования, и то, возможно, не все технические характеристики, чем, допустим, нам играться со всеми техническими характеристиками по каким-то насосам, по каким-то компрессорам. Поэтому определяемся с необходимым, то есть не с исчерпывающим, а с необходимым объемом информации, который нам необходимо, и, соответственно, приплюсом его к этому всему оборудованию. Далее. Мы с вами составили список оборудования, отклассифицировали оборудование. То есть мы понимаем, сколько единиц какого вида оборудования у нас есть. И на этом этапе мы, наверное, уже начинаем разговаривать о статичных и о динамичных данных. Статичные данные, в принципе, их можно еще назвать переменные и непеременные, и постоянные. Постоянными данными можно у нас, допустим, считать такие данные как дату выпуска. То есть дата выпуска единицы оборудования у нас постоянно одна и та же, она не меняется. Дата ввода в эксплуатацию, в принципе, ее можно отнести и к статичным, и к динамичным, потому что, допустим, если у нас оборудование находится только на одном предприятии, и мы фиксируем ту какую-то одну дату ввода в эксплуатацию на конкретном предприятии, то это одна цифра статичная. Если у нас оборудование перемещается между различными предприятиями, здесь, может быть, уже пойдет
несколько дат ввода в эксплуатацию, соответственно, эта характеристика становится динамичной. То есть тоже есть некая игра. К динамичным данным можно отнести, допустим, инвентарный номер. По данному поводу можно, конечно, поспорить, но в нашей реальности, то есть в реальности именно нашего предприятия, эта характеристика является как раз динамичными данными, динамичным видом данных, потому что у нас зачастую оборудование перемещается между различными нашими предприятиями. При смене предприятия меняется юридическое лицо собственника, соответственно, меняется инвентарный номер. Тоже нам необходима вся эта история. Динамичные данные, допустим, также владелец. То есть сначала оборудование владело одно наше предприятие, затем другое наше предприятие. В принципе, нам эту историю важно и интересно знать, поэтому мы тоже сохраняем. Как такие основными типами динамичных данных можно выделить, в принципе, текущую наработку? Текущую наработку, то есть это то, какая наработка, какой ресурс оборудования, допустим, выработан на определенный момент. Либо то количество полезной работы, которое единица оборудования выполнена на какой-то момент времени. Также затраты на выбытие, затраты на ремонт оборудования. Здесь не указано, да? Ну, в принципе, затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования тоже является одной из важнейших динамических характеристик, которые, в принципе, далее расскажет более подробно мой коллега. Вот мы, в принципе, собрали состав оборудования, отклассифицировали его, определились, какие для нас характеристики для оборудования важны, также записали их в динамичных характеристиках. И что в конце концов у нас получается? В конце концов у нас есть некая база данных, которая включает в себя все единицы оборудования, отклассифицированные. И к этой базе данных у нас прикреплены статичные характеристики, о которых мы с вами говорили. То есть там может быть и заводской номер, и дата выпуска, дата ввода в эксплуатацию, производитель. И есть ряд динамичных характеристик, которые, возможно, у нас фиксируются в других разделах нашей системы сбора данных. Как сказали, все оборудование уже отклассифицировано. Также у нас есть, допустим, привязка оборудования к участку либо лаве, то есть то местоположение, где оборудование находится в конкретный момент времени. Если говорить, опять же, о динамичных данных, то есть о наработках и простоях оборудования, либо о техническом затратах на техническое обслуживание оборудования, мы, в принципе, уже говорим о необходимости фиксации этих данных в отдельной системе. То есть мы не можем состав оборудования и все динамические данные зафиксировать в одной таблице. То есть поэтому у нас вступает в роль система технического обслуживания и ремонтов, ТАИР, система учета наработок и простоев, ну и, допустим, еще система нормирования расходных материалов. То есть тоже информация может быть динамичной по пути старения оборудования, возможно, какой-то расход материально-технических ресурсов увеличивается. То есть, в принципе, на этом этапе, получается, мы первый шаг уже прошли. У нас есть все оборудование, мы знаем, где какое оборудование находится, мы знаем технические характеристики оборудования, что у нас, допустим, экскаваторов с объемом ковша 40 кубических метров, такое-то количество, с меньшим ковшом другое количество, где они находятся, где они работают. И здесь мы переходим уже, как раз, как я сказал, ко второму этапу фиксации динамических данных. И в первую очередь это, наверное, идут наработки оборудования. Наработки оборудования. Зачем мы вообще учитываем наработки простое оборудование? То есть, как я сказал уже, мы составили с вами список оборудования, и когда-то перед нами встает вопрос, какой полезный объем работы у нас выполняет каждая единица оборудования. Допустим, один и тот же экскаватор может стоять на разных участках, может добывать различное количество тонн угля. Естественно, у нас возникают вопросы, почему это случается, почему одна единица работает эффективнее, более эффективно, чем другая. То есть это нам необходим анализ производства. Кроме того, планирование части ремонтов происходит также на основании наработки оборудования, на основании наших планов того, как износится ресурс оборудования на будущее. Также наработка нам нужна для планирования выбытия оборудования. То есть, допустим, у нас идет следующий год, 2015 год,
мы должны понимать, на каком этапе времени 2015 года наша единица оборудования полностью исчерпает свой ресурс, и когда мы должны приступить либо к списанию оборудования, либо начать продажу данной единицы оборудования. И более того, если у нас одна единица оборудования выбывает, мы должны понимать, когда мы должны приобрести новую единицу оборудования. Всем понятно, что тот же самый экскаватор – это довольно большая единица оборудования, которую просто так нигде не купишь, и для ее изготовления требуется определенное время. Поэтому мы также вынуждены планировать закупку оборудования нового. Допустим, если говорить о планировании ремонтов, то наработка тоже важна для планирования ремонтов. Допустим, представим случай, у нас есть 10 единиц оборудования самосвалов карьерных. Положим, допустим, ТО, ежемесячное ТО на одну единицу оборудования. То есть получается, на один самосвал в год нам необходимо запланировать 12 ТО. Если у нас нет данных о плане работ данного оборудования на следующий год, то мы будем брать 12 единиц оборудования, умножать на 12 ТО в год на одну единицу и получать, соответственно, количество ТО, необходимых для обслуживания этих единиц оборудования. Но у нас есть некоторые моменты, когда часть оборудования находится в консервации либо в резерве. То есть, допустим, из 10 единиц оборудования у нас находится 4 в резерве. Соответственно, если оборудование находится в резерве, то, скорее всего, часть ТО, которую необходимо проводить по замене масла либо замене шин на основании километров, нам делать не надо. То есть нам уже надо проводить не 120 ТО в год, а, допустим, всего 80. Без наличия плановой наработки мы, в принципе, эту информацию понять не сможем. Только по составу оборудования этого не видно. По составу оборудования мы сможем увидеть только наши 10 единиц, которые у нас есть. Да? Вот скажите, у вас используется какая-то система автоматизированная, планирование производственное, горных выработок, там, сколько нужно пройти вскрышу, пласт, отвал и прочее. То есть когда есть автоматизированная система планирования производства, чтобы от нее уже запланировать загрузку оборудования? Автоматизированная система планирования производства, да, получается? Ну да, горная какая-то система, маркшейдерская и прочее. Тут, на самом деле, наверное, вопрос не совсем ко мне, потому что, видите, как бы я занимаюсь именно наработкой, наработкой единицы оборудования, и планированием производства у нас занимаются непосредственно предприятия. То есть, в принципе, допустим, если вы смотрите из наших 26 добычных предприятий, у них, скорее всего, что-то есть. Но, опять же, возможно, на каждом предприятии есть что-то свое. В принципе, как бы, ну, исходными данными для меня является форма отчетности, которую у нас стандартизировано по всем нашим предприятиям, и оттуда мы уже можем выбрать наработку оборудования. То, как происходит на предприятии самого нижнего уровня, ну, если я затрудняюсь ответить. В принципе, на вопрос ответил, да, все? Да-да. Когда мы начинаем говорить о наработке оборудования, в принципе, здесь нам необходимо пройти те же самые шаги, что мы проходим при разговоре о составе оборудования. То есть первое, нам необходимо отклассифицировать технологические процессы. Это то же самое, что отклассифицировать состав оборудования. То есть то, какие технологические процессы будем вести. Если мы не ведем классификатор технических процессов, то мы дойдем к тому, что у нас наши различные предприятия будут вести наработку, кто-то будет на добычу вести, кто-то будет на экскаваторные работы по углю. Кто-то будет вести наработку на вскрышу, кто-то будет вести на экскаваторные работы по вскрыше, на погрузочные работы по вскрыше. Нам это будет не совсем удобно, потому что нам необходима именно систематизированная информация, то есть данные. И поэтому мы заранее говорим нашим сотрудникам то, как нам необходимо данные предоставлять. То есть мы строим классификатор технологических процессов. И мы говорим, что наработку как фактическую, так и плановую нам необходимо вносить в соответствие классификатором технических процессов. То есть, допустим, здесь мы разделяем экскаваторную работу, бульдозерную работу, буровые работы. Это именно по тем фронтам работ, которые нас интересуют. Экскаваторные работы тоже могут быть либо на вскрыше, либо на добыче. Ну и так далее. Тоже получается, в принципе, это классификатор индивидуален для нас. Другие предприятия могут использовать такой же, могут использовать другой. Допустим, если говорить о
горной отрасли, о добыче угля, то можно как раз говорить о данном классификаторе. Если мы смещаемся немного в другую отрасль, то соответственно, классификатор будет там совершенно другой. То есть не будет возможно экскаваторных работ, либо каких-то других. В принципе, тоже, что очень важно сказать, это нам необходимо определиться, так сказать, с правилами игры. То есть, если мы не определим заранее правила игры, то получится, что одно предприятие у нас будет вести наработку на единицу оборудования или его полезно выполнить на работе, допустим, по добыче, либо по вскрыше, ежесуточно. Другое предприятие скажет, что ежесуточно мы не хотим, будем вести раз в неделю, либо раз в месяц. То есть нам, как главному офису, это неинтересно, потому что нам ежесуточно нужна информация о полезной выполненной работе. То есть, допустим, сколько мы добыли тонн угля за прошлые сутки. Поэтому нам сразу необходимо жестко отсечь, что правила игры такие. То есть, допустим, что мы применяем стандарт плана и факта. Это говорит о том, что мы ведем не только фактически наработки оборудования и простое, но также мы и планируем наработку. То есть, как я говорил, нам интересен план работы оборудования, то, как это оборудование будет работать, допустим, в следующем году, то, когда у него исчерпается ресурс, то, когда необходимо делать ремонт, и то, в какие месяца, допустим, будет сделана добыча, где какую прибыль мы можем получить с этой добычи. Также одним из правил игры является то, что мы планируем и наработки, и простое оборудование. Тут, в принципе, можем еще вернуться к одному из первых слайдов о жизненном цикле оборудования. То есть есть период эксплуатации оборудования, и нам необходимо знать, что с нашей единицей оборудования происходило в каждую единицу времени. То есть, если мы не будем вести информацию так, то будет так, что часть информации зафиксировали, часть информации забыли зафиксировать, а часть просто умышленно не зафиксировали. И мы этого не сможем отследить, у нас, в принципе, не будет полной картины по использованию оборудования. Мы, допустим, не сможем понять, почему оборудование простаивало, почему оно где-то работало более производительно, а где-то менее производительно. Также одним из пунктов является то, что при учете фактических наработок и простоев нам необходима причина отклонения от плана. Допустим, мы на следующий месяц планируем определенный объем добычи. Планируем на основании имеющихся у нас данных, на основании производительности экскаватора, на основании самосвалов, которые под этим экскаватором могут работать. Но почему-то в конце месяца у нас получается, что эта добыча не выполнена. Нам тоже необходимо знать, сколько изначально было запланировано, сколько у нас выполнено. Если эти объемы расходятся, почему объемы расходятся, то есть причина отклонения от плана, допустим, оборудование вышло из строя из-за отказа, либо из-за проведения ремонтов, либо, допустим, из-за климатических условий. То есть тоже данную информацию необходимо вести. Также одним из важных пунктов является то, что наработку необходимо вести по каждой конкретной единице оборудования. У нас такого не может быть, что на часть экскаваторов наработку ведут, на часть не ведут, потому что не хотят, либо потому что забыли, либо потому что это оборудование не столь важно, сколь другое. Мы говорим, допустим, что экскаваторное оборудование у нас является основным технологическим, неважно, работа оно на добыче, на вскрыше, либо на прочих процессах, нам наработка необходима на каждую единицу оборудования, для того, чтобы мы имели именно информацию и полную историю по данной конкретной единице. И также является важным пунктом, что нам необходимо изначально назначить ответственность за все процессы. Если мы не назначим ответственность за процессы, допустим, за процесс ввода данных, либо за процесс планирования, то рано или поздно придем к тому, что пропали данные. Почему-то данные не ведутся в течение определенного времени. Будем звонить на предприятие, окажется, что один человек уволился, второй ушел в отпуск, данные вводить некому, все плечами пожимают и говорят, приказом никто не назначен, ответственности никто не несет. То есть тоже одно из правил игры – это закрепить ответственных за определенный фронт работ. То есть кто вводит плановые данные, кто отвечает за ввод фактических данных, кто отвечает за наработки, кто за простой и так далее. Если говорить о наработках, то нам также необходимо понять, какие данные по наработкам нам необходимо фиксировать.
Если рассмотреть отдельную наработку от простоев, то основными характеристиками это является первое. Как при фиксации плановых, так и фактических данных, нам необходимо указывать, что это за единица оборудования. То есть необходимо указать конкретную единицу оборудования. У нас до сих пор некоторые предприятия говорят, а давайте мы запланируем наработку не на единицу, а на марку. Ну, конечно, можно сделать, но нам это неинтересно. Зачем нам наработка на конкретную марку, когда нам нужна наработка на конкретную единицу оборудования, чтобы мы могли посмотреть, когда будет ремонт и когда кто сколько отработает. Второе, что мы фиксируем, это мы фиксируем фактическую либо плановую наработку, мы заносим в нашу базу. Технологический процесс, также по классификатору технологических процессов, о котором мы говорили ранее. То есть, опять же, если не будет классификаторов, там можно будет написать все, что угодно, и никакую нормальную аналитику, либо подборку данных мы получить не сможем. Потому что в одном случае, допустим, мы захотим проанализировать добычу угля за определенный период различными экскаваторами, у нас по одному экскаватору будет написано добыча, по другому оборудованию будет написано экскаваторные работы по добыче, по третьему экскаватору будет написано работы по углю, и в конце концов, понять мы, конечно, сможем разобраться, но, опять же, это займет гораздо больше времени, чем систематизированные данные. Дата и время начала периода, дата и время окончания периода. Либо эти два параметра можно заменить одной датой, допустим, отчетный период, за которым мы фиксируем плановую наработку или простой. То есть можем фиксировать полностью за месяц. Можем фиксировать наработку либо плановую, либо фактическую за определенные сутки. Значение наработки, то есть это количественное выражение полезной работы, либо, возможно, в некоторых случаях бесполезной работы оборудования. И, конечно, единицу измерения, то есть нам надо знать, это, в чем фиксируется наработка в тысячах тонн, в тысячах кубических метров, в моточасах, в километрах. Также, возможно, важно сказать, что по одной единице оборудования на данный момент, допустим, в пределах своего предприятия, по одной единице оборудования мы можем фиксировать наработку в нескольких единицах измерения. То есть понятно, что если у нас работает самосвал карьерный, то есть первая полезная работа, которая у нас выполняется, масло карьерное, это может быть либо 1000 тонн по технологическому процессу добычи угля, либо кубические метры по перевозке вскрыши. Но кроме того, у нас исчерпывается ресурс. Ресурс на самосвал имеется не в кубах и в тоннах, а в тысячах километрах, либо в моточасах. То есть получается, запланировав наработку только в тысячах тонн, либо в кубических метрах, у нас не будет информации о износе ресурса данного оборудования. Поэтому мы должны и вводим дополнительные характеристики, как пройденные километры и, допустим, еще моточасы. Начали фиксировать наработки оборудования. Планы фактически все хорошо. Но, как я и сказал, что рано или поздно мы приходим к тому пониманию, что почему-то у нас два одинаковых самосвала, либо два одинаковых экскаватора выполняют разный объем полезной работы. И на этом этапе нам необходимо знать почему. То есть первое, возможно, это снижение производительности. Второе, это возможное возникновение каких-то внеплановых простоев. Мы переходим уже к разговору о простоях оборудования. В принципе, структура организации работы та же самая, что и по составу оборудования, и по наработкам оборудования. То есть мы хотим фиксировать простое оборудование. Первое, мы должны определить правила, по которым мы фиксируем эти простои. То есть первоочередно нам необходимо составить классификатор причин простоев оборудования. То же самое, допустим, что мы сделали по составу оборудования классификатор оборудования, по наработкам мы сделали классификатор технологических процессов. Допустим, если смотреть на приведенную схему, у нашей единицы оборудования у одной может быть два состояния. Оно либо работает, либо простаивает. Идеальный случай для нас, конечно, это работа оборудования. Простое нам не интересно, но мы понимаем, что без простоев, совершенно без простоев мы обойтись не можем, потому что есть соответствующее техническое обслуживание, ремонт оборудования и так далее. Поэтому мы переходим к разговору уже о простоях оборудования и о плановых либо внеплановых простоях. Идеально, конечно, это когда у нас есть единица оборудования, мы понимаем, что у нас совсем без простоев мы обойтись не можем и планируем часть простоев. В этом случае для нас было бы хорошо, если бы оборудование отработало только плановые простои. К сожалению, наша действительность не идеальна, и у нас возникают неплановые простои. Допустим, отказы оборудования. Либо другие. Отсутствие фронта работ, допустим, это одна из организационных причин, по которой, допустим,
отследив которую, мы уже можем принять какие-то меры, допустим, по улучшению организации процесса производства. Если, допустим, мы при фиксации, при дальнейшей фиксации фактических простоев понимаем, что у нас почему-то по единице оборудования, по определенной марке, много отказов по выходу из строя двигателя внутреннего сгорания, здесь тоже можно как-то проанализировать эту причину простоя, принять определенные меры, допустим, увеличить фонд замены двигателей. То есть купить двигатели, если двигатель ломается, просто его переставляем, и единица оборудования у нас вступает в дальнейшую работу. Также, в принципе, при разговоре о простоях нам необходимо понять, какие данные мы фиксируем. Мы для себя приняли то, что основные характеристики, которые нам необходимо фиксировать по наработкам, практически те же самые, что и по простоям. То есть первое, необходимо зафиксировать единицу оборудования, второе, фактически либо плановые данные, то же самое, что было в наработках оборудования. Третий пункт немного меняется, но практически является тем же самым. То есть по наработкам мы фиксируем технологический процесс, по простоям мы фиксируем причины простоя оборудования. В принципе, это является то же самое, некая классификация всех простоев, ну, либо всех наработок, которые есть. Дата время начала, дата время окончания периода простоя, значение простоя, ну, единица измерения простоя. У нас, в принципе, по нашей компании принято, что это часы, хотя мы можем фиксировать простое в минутах, месяцах, в днях, хоть в секундах, кому как интересно. То есть, опять же, то, как каждое предприятие для себя это примет. Зафиксировали наработки и простое, то есть, ну, после этого переходим к... Подумали, скорее всего, о фиксации наработок и простоев. Есть основные характеристики, есть классификаторы, на основании которых мы фиксируем. После этого нам необходимо принять решение, где-то мы фиксируем, то есть у себя на предприятии мы приняли, что эти данные и наработки, и простое оборудование мы будем фиксировать в одном хранилище данных, это журнал наработок оборудования. То есть также, в принципе, каждое предприятие для себя это может решить немного по-другому, допустим, наработки хранить в одном месте, простое в другом месте, и как-то эти данные потом между собой сравнивать, проверять на корректность, либо на полноту. А что такое KIS PARUS? KIS PARUS – это корпоративная информационная система PARUS, как, в принципе, наша база данных, где мы храним все данные. То есть, ну, то же самое, что SAP, то же самое, что 1С. Кроме ремонта, что она охватывает? В настоящий момент охватывает ремонт, наработки простое оборудование, нормирование расходных материалов, фиксацию повреждений отказов оборудования. На данный момент мы тоже занимаемся планированием электроэнергии, все это в парусе. В принципе, система открытая, ну, можем делать все, что захотим. Что еще раз? Данные с 1С как-то интегрируются. Кому напрягает система управления на 1С? Интеграция данных? Еще раз, можно погромче, пожалуйста? Интеграция данных в парусе 1С. Например, вот вы рассказываете красиво про перечень списка оборудования, ведение и жизненного цикла планирования. Мы знаем, что проверенная работа выполняется в бухгалтерии, все основные фонды ведутся в бухгалтерии, списываются, ставятся на учет, и как бы это как-то она стыкуется с этим. То есть вы там двойную работу делаете, рядом вас интегрировали, у нас будут эти списки с бухгалтерским учетом, чтобы лишних людей не держать, если бы бухгалтера эти ведут. В принципе, вопрос совершенно верный и очень хороший. То есть, зачем выполнять двойную работу, когда у нас часть информации, допустим, сохранена где-то в 1С, либо, допустим, в SAP. То есть в SAP тоже наряду с парусом, либо с другой системой могут вестись параллельные данные. На данный момент, допустим, ну, я составом оборудования тоже не занимаюсь, но знаю, что у нас состав оборудования синхронизируется, допустим, у нас с SAP-ом. То же самое каждую систему можно синхронизировать и с 1С, и с другими программами. Допустим, недавно по своему разделу, по наработкам оборудования, по двум предприятиям, по нашим двум предприятиям, то есть эти предприятия ведут у себя наработку по путевым листам, тоже записывают в отдельной своей системе, в которой им удобно. Мы понимаем, что зачем люди ведут у себя эти данные в своей системе, потом мы заставляем эти данные забить в нашу систему, зачем, когда эти данные можно подкачать. В принципе, перекачка данных возможна, и мы и занимаемся. То есть, как вы говорили, допустим, мы качаем не из 1С, а из SAP, а мы подкачиваем состав оборудования, допустим, делаем связь по санитарной картотекой. Но здесь есть некая проблема финансового и производственного учета. То есть, в принципе, получается, допустим, если вот как по вашему вопросу мы начинаем говорить о составе оборудования, то наши бухгалтера
могут зафиксировать оборудование не то, как надо нам. То есть нам, допустим, необходимо, давайте рассмотрим такой пример, как обогатительная фабрика. На обогатительной фабрике есть различные оборудования. Дробилки, перегружатели, сепараторы и все прочее. Бухгалтерия, в принципе, может это зафиксировать не отдельными единицами оборудования, а просто обогатительной фабрикой, либо обогатительной установкой. В принципе, мы с этим встречались, что у нас, допустим, приходит реально два конвейера, бухгалтерия фиксирует это одним конвейером, а мы понимаем, что это две разные единицы, и в целях производственного учета мы эти две единицы можем поставить совершенно в разные места, у них будут совершенно разные наработки, совершенно разная жизнь. То есть, ну, здесь, конечно, есть некоторые проблемы, и поэтому слепо перекачивать информацию, наверное, нельзя, все равно надо как-то информацию анализировать и смотреть, конечно, вот этот вопрос. Ну, смотрите, бухгалтерия же, ну, в принципе, за наработкой оборудования особо-то не следит, она следит за количеством времени, которое оборудование присутствует на предприятии. Допустим, списание может происходить не как мы рассчитываем по кубическим метрам отработанным, а по времени. То есть, допустим, амортизация прошла, оборудование можно списывать. Тогда, наверное, да? Кто фиксирует конкретно на предприятиях простой наработку? Какая должность? На самом деле, в принципе, это определялись у нас предприятия, то есть мы выпустили приказ о том, что у нас предприятие должно определить человека, но тут по-разному. То есть кто-то нанимает отдельного человека, который отвечает за фиксацию фактических и плановых данных. Допустим, за плановыми данными зачастую у нас отвечают технологи, которые именно планируют работу предприятия полностью. По отражению фактическим данным это либо операторы ВМ нанимают, либо кто-то, допустим, из автотранспортного цеха. Что еще раз? Наработка, да, у нас на основном человеческое оборудование, сейчас мы производим ежесменно. Наработка? Да. Ну нет, в принципе, это как раз вопрос, который говорили про перекачки данных из одной системы в другую. То есть первая у нас основная возможность — это фиксация данных вручную. Второе, мы можем данные перекачать из одной системы в другую систему. Третье — это использование автоматизированных систем управления. То есть, допустим, у нас по части разрезов у нас есть автоматизированная система управления карьер, которая фиксирует автоматически наработку оборудования, которая закачивается к нам в систему. Коллеги, так. Давайте мы дадим возможность рассказать доклад. У нас... Да, давайте на время поджимает, маленько дальше идем. То есть результатом фиксации наработок простоев является наличие исторических данных о работе простоев оборудования. То есть данные о наработках простоях мы фиксировали, допустим, с начала ввода в эксплуатацию единицы оборудования. И мы понимаем, что у нас по конкретной единице оборудования есть полностью история. Мы можем понять, сколько единиц оборудования нарабатывало в первое время эксплуатации, в середину эксплуатации, в конец, какие простои были, почему простои были. Допустим, по нашим предприятиям у нас большую часть состава оборудования занимает самосвалы карьерный БелАЗ. То есть мы можем понимать, сколько отказов было у нас по каждой марке БелАЗов, какие были отказы, отказы двигателя, отказы шасси, отказы кузова, либо там еще других частей. Второе – это ежесуточное наличие данных о полезной работе оборудования. То есть у нас есть ежесуточная информация о добыче, о вскрыше, о переэкскавации, о проходческих работах, об очистных работах. И мы можем углубиться вплоть до единиц оборудования, сколько у нас наработало конкретно единиц оборудования. Допустим, мы почему-то захотим сделать сравнение за прошлые сутки по комбайнам очистным SL300, сколько каждый нарабатывал. Тоже информация есть, можем посмотреть, можем задать вопросы непосредственно на предприятии, почему один SL отработал такое количество, а второе такое количество за определенное, допустим, время работы без наличия простоев. Наличие актуальных данных о износе оборудования. То есть у нас есть постоянно пройденный километраж самосвалами, отработанные моточасы самосвалами, либо в других единицах измерений. Обеспечение возможности планирования ремонтов на основании плана работы оборудования, то есть то, о чем я говорил, у нас есть планонаработка. По плану наработки можно смотреть, когда нам необходимо планировать ремонт на единице оборудования.
обоснование списания материально-технических ресурсов. То есть, допустим, есть самосвалы карьерные, был какой-то расход дизельного топлива, необходимо обоснование, куда-то дизельное топливо ушло. Мы говорим, что вот они самосвалы карьерные, километраж пройденный, объем работ выполнен, затрачено дизельное топливо. То есть, то тоже сможем все объяснить и обосновать. И обеспечение возможности обоснования, списания либо продажи оборудования. То есть, допустим, если единица оборудования выработала свой ресурс, если мы не будем вести фактически наработки оборудования, то на определенный момент времени мы сможем при наличии только состава оборудования, мы сможем сказать только, сколько эта единица оборудования присутствовала времени на нашем предприятии. Не всегда интересно, потому что, купив единицу оборудования, она большую часть времени могла у нас стоять в консервации либо в резерве. То есть мы должны понимать, что, допустим, единица оборудования у нас на предприятии была 5 лет, но отработала, допустим, всего 2000 тонн. А другая единица оборудования у нас пробыла те же самые 5 лет, а отработала 100 тысяч тонн. То есть тоже эта информация нам нужна. Также при наличии данной информации и при наличии определенной аналитики мы можем перемещать наше оборудование между предприятиями. То есть, допустим, на одном предприятии у нас есть избыток самосвалов карьерных, на другом предприятии есть недостаток самосвалов карьерных. Мы проводим аналитику, видим, что оборудование стоит по причине нехватки работы и понимаем, что мы 2-3 самосвала можем переместить на другое предприятие, чем, в принципе, и занимаемся. Также можем выследить оборудование, которое для нас является затратным, которое, допустим, надо уже списывать, на которое приходится большая доля ремонтов и тому подобное. Следующий вопрос, который хотелось как раз озвучить, вопрос, в принципе, задавали, это облегчение ввода данных. То есть, как понятно, у любой базы данных может быть недостаток по дружелюбности интерфейса ввода данных. То есть мы можем это вводить либо в различные таблицы, либо где-то в одной сборочной таблице. То есть необходимо подбирать для себя ту систему, либо разрабатывать формы ввода, которые будут дружелюбны для пользователей. Допустим, я вот по примеру своей работы очень сильно с этим сталкиваюсь, потому что звоню на предприятие, люди говорят, ну это неудобно, много времени занимает. И поэтому мы разрабатываем дружелюбные интерфейсы, которые помогут сотрудникам для ввода данных и так далее. Используем технологические цепочки оборудования. Это для нас, допустим, это очень актуально для шахт. Есть технологически связанное оборудование, наработка от которого передается полностью вся по цепочке. Мы также одну наработку можем раскидывать по цепочке оборудования. В принципе, тоже является облегчением ввода данных. Использование инструментов загрузки данных из других систем, как раз о чем говорили про 1С и по составу оборудования, допустим, мы можем из другой системы при наличии данных в ней подтянуть данные в нашу систему, то есть через различные методы. И важным пунктом тоже, как раз вопрос сегодня звучал, это использование автоматизированных систем управления и сбора данных. То есть, допустим, как у нас реализован проект на разрезах наших, есть самосвалы, на самосвалы установлены датчики, мы с этих датчиков собираем информацию, и наработка на оборудование валится уже непосредственно из датчиков. То есть людям не надо сидеть и вводить эти данные вручную, повышается корректность данных, увеличивается оперативность ввода данных, все в плюсах. Еще один вопрос, который хотелось бы рассказать, это как раз мы о чем сегодня говорили, о календарном фонде времени. То есть от обещания производителя до факта. А на самом деле, как бы у нас есть календарный фонд времени, который в год составляет 365 дней, 8760 часов. Нам бы хотелось, чтобы оборудование работало все это время. К сожалению, невозможно. Уже при покупке оборудования нам производитель, допустим, указывает информацию о том, что часть времени из всего календарного фонд времени, часть времени нам необходимо будет потратить на ТО, и ремонт, и технический переоборудование. То есть оборудование, работоспособность оборудования должна поддерживаться. И мы понимаем, что мы отработаем уже не все 365 дней, отработаем меньше из этого времени. Потому что работоспособность оборудования нам надо поддерживать. После этого мы переходим ко второму этапу, допустим, планирование работы оборудования. Из-за некоторых организационных причин у нас отрезается еще, допустим, кусочек времени, которому мы в теории могли бы работать. То есть отрезали кусочек времени, отрезали то, что нам сказал производитель из-за ТО и ремонтов, отрезали кусочек времени из-за каких-то наших внутренних причин, и у нас наше время работы стало еще меньше. После этого у нас единица оборудования вступает в работу. Работает месяц, год, и мы понимаем, что
Да, у нас были все запланированные ремонты по ТО, который нам говорил производитель. У нас были все наши простои, возможно, организационные, которые мы планировали. Но у нас почему-то еще была какая-то доля простоев, которую мы не планировали, это внеплановые простои. И наше время работы, заметно, да, от того, что мы хотели, ну, возможно, хотели бы мы вообще вот это, уменьшилось вот до такой маленькой части. Нам необходимо понимать, почему это время так уменьшается. То есть вот это все, это были простои. Как раз здесь мы говорили о фиксации простоев оборудования. Нам необходимо знать, какая доля из этих простоев отказы, какая доля из этих наши организационные причины, какая доля ТО ремонта, где мы можем с простоями поиграть и выиграть много времени. Наверное, перейдем дальше тоже, как бы уже к аналитике. То есть, опять же, при фиксации простоев оборудования мы их можем уже взять и как-то проанализировать. Допустим, мы хотим повысить качество планирования. Мы берем наши данные, анализируем и смотрим, что у нас, допустим, большую часть из простоев составляет планово-предупредительный ремонт, 25%. Также мы сможем посмотреть по другим типам простоев, по консервации, по резерву, и понимаем, допустим, что некоторые единицы оборудования мы можем вывести из консервации, пустить в работу, если они нужны, и на основании этих данных уже принимать какие-то обоснованные решения по улучшению эффективности использования оборудования. Следующее, что, опять же, является уровнем аналитики при наличии данных в базе, то есть данных по составу оборудования, данных по наработке, по простоям оборудования, мы можем рассчитывать коэффициенты, допустим, коэффициенты использования оборудования. Это, наверное, такие основные параметры, которые еще рассчитываются для оценки эффективности использования оборудования. То есть это коэффициент экстенсивного использования и коэффициент интенсивного использования. Допустим, на нашем предприятии утверждены стратегии по использованию оборудования. То есть, допустим, что у нас самосвалы карьерные должны использоваться с определенным коэффициентом по времени. То есть мы должны из календарного фонда времени использовать в работе определенное количество времени. В качестве примера можем, допустим, рассмотреть. И опять же, тут стоит понимать, что при хорошем коэффициенте использования по времени, то есть, если, допустим, коэффициент использования по времени у нас равен 0,9 от календарного фонда времени. Это означает, допустим, что из 100 часов, 90 часов у нас оборудование находится в работе. Но тут же опять это совсем не обозначает, что в это время оборудование работает эффективно. Оно может быть в работе, но полезная работа, которую оно выполняет, допустим, по перевозке угля либо вскрыше, у нас может отличаться. Допустим, здесь мы смотрим как раз коэффициент использования по времени, который везде является довольно хорошим. Если переходим к следующему слайду, то видим коэффициент использования по экстенсивной, это коэффициент использования по производительности, и понимаем, что несмотря на то, что у нас оборудование используется большую часть рабочего времени, оно у нас может использоваться неэффективно по производительности. Допустим, самосвал ездит недогруженный, либо технологическая цепочка составляет большое количество времени. То есть, в принципе, эти данные тоже очень важны, которые можно анализировать и так далее. На основании коэффициента использования по времени и по производительности мы можем посчитать коэффициент эффективности оборудования. Так, коэффициент эффективного использования оборудования, который является, в принципе, перемножением коэффициента использования по времени и по производительности. Это такая более подробная характеристика, на которой мы уже можем проводить более точный анализ. То есть, насколько эффективно используется у нас единица оборудования. В принципе, на этом, наверное, уже давно пора заканчивать. И, ну, основное, наверное, что мне хотелось бы сказать от себя, что, в принципе, мы можем хорошо планировать, хорошо думать, использовать очень хорошую систему сбора данных, систему хранения данных, обработки данных. Но, в принципе, мое мнение личное, что все же... Работу делает не система, а работу делают люди. То есть любую, очень даже благую идею можно погубить небрежным отношением, либо нежеланием людьми заниматься этой системой. При наличии людей заинтересованных
людей смотивированных, людей активных, в принципе, можно поднять самую тяжелую, наверное, и самую гиблую тему. Так что хотелось бы пожелать, наверное, хорошего отношения со своими сотрудниками, хорошей мотивации, ну и всего хорошего на этом поприще. Спасибо за внимание.